Сегодня посадила рассаду сюда, вот в парнички в огороде. Сейчас буду накрывать укрывным материалом. Все хорошо закрою, полила, посадила. Смотрите, какая у меня рассада уже хорошая. Вот так вот. И здесь уже я третью уже накрыла, полила, накрыла. Все укутала. Все, теперь у меня здесь будет рассада расти. Здесь вот еще один парничок поставлю для баклажана и перца. И там дальше потом буду сажать огурцы. Вот еще столько у меня земли здесь. Вот. Как быстро растут клены. Посмотрите, только вот ничего не было, уже вот какие ветки. Вот так все лето мы и ходим здесь. Обрезаем, обрываем этот клен. Он растет на другой стороне от забора, ничего мы с ним сделать не можем. Кстати, смотрите, кому интересно, по правую сторону дуги мы покупали одна такая полоска, не знаю, сколько здесь метров, вместе с укрывным материалом за 1000 рублей в прошлом году. И вот эти зеленые дуги, это мы их купили в светофоре. Вот кто сомневается, купить или не купить, смотрите, они, конечно, намного меньше. Ну, не намного, помидоры здесь поместятся, все им будет нормально. Вот. Но они очень хорошего качества. Они прям железные, очень прочные. Укрывной материал. У меня новый, ничего не могу сказать. Укрывной материал тоже вот этот вот у меня из светофора. Длинный, наверное, на два парника хватит. Надолго его хватит, не знаю. А вот дуги покупайте в светофоре, они очень хорошего качества. Закрыла я все три теплички. И вот посмотрите, как выглядит тепличка та, которая из светофора. Вот этот укрывной материал из светофора, он очень тонкий. И его как раз хватило в два слоя. В два слоя хватило. И еще, посмотрите, сейчас вам покажу, если смогу. Длинный-длинный кусок еще остался. Вот так вот. Еще остался, это я его потом приду, отрежу. Еще на какую-нибудь маленькую тепличку, на огурцы, например, хватит. Ну что, на один год укрывного материала хватит. А вот дуги, они хорошие, долговечные. Они послужат. Здесь у меня тут же стоит возле навоза, видите, ванна старенькая. Я ее наливаю полную воды. Она здесь уже даже сейчас весной нагревается. И этого хватает полить вот эти вот все три парничка. И даже, мне кажется, будет хватать здесь полить огурцы. Ну, нет, на огурцы, наверное, не хватит, когда я их посажу. А вот на три парничка как раз ванны хватает. Ну вот моя плантация высажена. Прошло уже несколько дней. И вот посмотрите. Здесь вот у меня маленький такой парничок. Здесь у меня перцы и баклажаны. Посмотрите, как хорошо они торчат. Сейчас день. Сегодня обещают очень жаркую погоду. Поэтому я вот так вот открыла их до половины. Солнце у меня с той стороны, поэтому им все равно будет тенечек. И вот хорошо вот так вот будут расти. Смотрите, какие хорошие перчики. Здесь у меня два вида перцев. Ну и баклажаны. Вот так вот. Здесь у меня не хватало места. И самые слабенькие перчики я посадила по два. Ну, все видите, как хорошо принялись. Вот здесь вот у меня ряд помидоров, которые не поместились под укрывной материал. Но они тоже хорошо так стоят. Видите, как? Кто огородник, тот знает, как радуется глаз, когда все принимается, приживается, все хорошо растет.
Вот следующая тепличка. Это вот у меня теплички из светофора. Такие они поменьше. А такие побольше они из обыкновенного магазина. Вот посмотрите, и здесь вот тоже хорошо так стоят помидорчики. Я их сейчас все полила с утра. Вот они какие. Здесь уже трава начинает расти. Эта тепличка была пораньше посажена. Поставила я в этом году парнички вот так вот в эту сторону. То есть с востока на запад, чтобы можно было их открывать. Ну и в то же время, самое когда горячее солнце, чтобы оно на них не попадало. Здесь у меня еще ничего не посажено. Это под капусту. Капуста почему-то у меня плохо взошла в этом году. Ну, будем ждать свою рассаду. Вот там в саду у меня курочки гуляют. Посмотрите, какой сад. Красиво, зелененько так все. Помидоры здесь у меня разных сортов. Ну, хорошие в этом году помидоры. И здесь вот у меня растут огурцы. Я их только посадила. И поливать сейчас буду прям поверх укрывного материала. Не буду их открывать. А когда они уже взойдут и будут подниматься, то тогда укрывной материал я совсем уберу. Потому что к этому времени уже не будет морозов. Это вот сейчас они... Петушок красавчик. Вот как хорошо с утра они у меня здесь ходят, гуляют.